Автомобиль у нас после капитального ремонта. Капитальный ремонт делался в другом сервисе. Это появилась очень сильная вибрация. И осмотреть на предмет задиров. Как сказал клиент, 250 тысяч отдал за ремонт этого двигателя. Не будем называть фирму, где он это сделал. Ну, и можно пользоваться им напрямую в телефон. Больше всего страдает третий. Добрый день, компания OMZAP. С вами снова автомеханик Михаил. Вот. И сегодня у нас будет интересное видео по поводу автомобиля Kia Optima 2011 года с двигателем G4KE 2.4. Вот. Интерес нашего видео будет заключаться в том, что у нас появился новый очень интересный прибор, с помощью которого можно проводить диагностику внутри камеры сгорания, то есть диагностику цилиндра и поршневой группы, не разбирая двигателя. Пойдем. Итак, мы приобрели очень интересный прибор. Он называется видеоэндоскоп. Снимает, то есть, как вы видите, вот такая вот у него здесь камера на конце. Им мы можем залезть прямо в цилиндр, повернуть как нам надо и осмотреть на предмет задиров, отсутствие хона, либо, если все хорошо, полностью внутри камеры сгорания наш двигатель. Сейчас мы его как раз и будем испробовать. Итак, чтобы это сделать, мы предварительно охладили наш автомобиль. Ну, то есть клиент приехал, дали мы двигателю остыть где-то около часа. Он стоял на улице, погода сейчас прохладная. В принципе, нужной температуры мы добились. То есть температура должна быть примерно, ну как окружающая среда, то есть 20-30 градусов, не больше. Для чего? Для того, чтобы просто не испортить наш дорогущий эндоскоп. Что для этого нужно? Для этого мы снимаем катушки зажигания, выкручиваем свечи зажигания и проворачиваем коленвал в верхнюю мертвую точку, проверяем второй и третий цилиндр, потом проворачиваем еще раз коленвал и проверяем, естественно, первый и четвертый цилиндр на предмет задиров либо каких-либо проблем. В двух словах, что было с этим автомобилем? Автомобиль у нас после капитального ремонта. Капитальный ремонт делался в другом сервисе. После капитального ремонта появилась очень сильная вибрация. И мы сейчас хотим проверить, что могло бы послужить причиной этой вибрации. Капитальный ремонт делался как бы, ну, не по той технологии, которую делаем мы. Мы обычно занимаемся как? Что мы делаем? Мы гильзуем блок цилиндров и ставим новые поршни в стандартном размере. На этом двигателе поставили ремонтный размер 0,5 на поршневую группу. И, естественно, блок двигателя расточили. И сейчас мы хотим просто посмотреть, как это работает или нет, и не служит ли это причиной вибрации. Вот такой вот у нас прибор. Здесь есть Wi-Fi блочок. В принципе, можно пользоваться им напрямую в телефон, как я сейчас и делаю. Как вы видите, то есть фокус у него очень небольшой, но, сами понимаете, он нужен только внутри цилиндра, поэтому нам интересно, что он покажет там. Для тех, кто проживает не в московском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонт вашего двигателя. О, зато можно смотреть, в АМТ он или нет. Он есть. Небольшая царапинка. Вон видно, конечно. Что у вас пока что царапинка? Он видит. Во всех что написано? 0,5. Давайте я все-таки проверю, сколько у нас поршень опущен. Мы тут с клиентом еще нашли одну маленькую проблему.
Вы видите, здесь вот у нас подтек какой идет. Прям четко из-под прокладки ГБЦ. Под впускным коллектором. Так что, дорогие друзья, иногда бывает и вот такой вот ремонт, к сожалению. Как сказал клиент, 250 тысяч отдал за ремонт этого двигателя. Не будем называть фирму, где он это сделал. Ну, вы видите, да? Так. Ну и так, мы оторвались от темы. Первый цилиндр мы проверили. В принципе, там более или менее все хорошо. Теперь на очереди цилиндр номер 4. Ну вот это, конечно, не очень хорошо. Пробег, напоминаю, 650 километров после капитального ремонта. Четко видно потертость. Не 10, не 20, а 650 километров. Вторая стенка тоже вон вся потертая. Не так сильно, как получается передняя. Но тоже видно полосы. Клапана вроде в норме. Насколько, конечно, они плотно прилегают, тяжело судить, даже с нашей супер-пупер-мега-камерой. Но вокруг них нагара особо нет никакого, поэтому, я думаю, работоспособность их не ухудшилась. Четвертый нас не порадовал, теперь очередь второго и третьего цилиндров. Смотрим, что внутри происходит. Вот он. Самое обидное во всем этом, видно, что прямо они идут поверх нового хона. В принципе, то, что мы обычно всем клиентам рассказываем, что расточка для этих двигателей — это неблагополучная вещь. Очень дорогостоящая. И оказывается, что ни к чему хорошему не приводящая. Ну, в принципе, с этим мы разобрались. Конечно, прогноз так себе. И вполне возможно, что именно вот это вот и есть причина вибрации. Также еще очень непонятно, каким образом были подобраны вкладыши. На этом двигателе поменяли коленвал, поставили новый коленвал, новые шатуны, новые вкладыши, удалили баланс валы. И то есть самый большой вопрос остается в том, как подобрали вкладыши и что случилось с коленвалом после этого подбора. Потому что, как утверждает клиент, вкладыши были подобраны не по цветам, а был куплен комплект, скорее всего, в стандарте. И поэтому скажем так, очень рекомендуем все-таки вскрыть этот двигатель и устранить все эти недочеты после капитального ремонта. Про цену данной процедуры я пока вам сообщить не могу. Ну, просто потому что не знаю, вот, сколько у нас будет объявлена цена за эндоскопию. Поэтому звоните нашим мастерам, звоните на наш сервис, уточняйте цену, там более подробно об этом скажут. Вот. Ну, в принципе, приезжайте, все посмотрим, все расскажем. Очень интересная процедура. То есть всегда проще посмотреть, не разбирая двигатель, что внутри происходит, чем разобрав двигатель, а ничего хорошего или там плохого не увидеть.
Вот. А с помощью данного прибора вы можете это сделать, прям просто выкрутив свечи зажигания или при замене свечей зажигания тоже без проблем. То есть замена свечей будет бесплатна в таком случае, я так предполагаю, что никто за вас деньги лишние не будет брать за замену свечей. Вот. Ну, подписывайтесь на наш канал, как обычно, ставьте лайки и приезжайте к нам в сервис. Сделаем мы вам эндоскопию.